ребята! Дим, о чем мы сегодня будем говорить? Поговорим о летней одежде. Да, Дим, правильно. Ведь за окном у нас лето, даже очень холод. А ты знаешь, что такое холод? Да, это жалко. Правильно. Дима, а если я скажу хот-ти, что это будет значить? Это значит горячий чай. Верно. Хот, горячо. Ну что ж, отвлеклась. Мы же говорим сегодня о одежде. Ну давай, раз ты у нас мой мальчик, ты расскажешь про летнюю одежду для мальчиков, а я расскажу про летнюю одежду для девочек. Согласен? Угу. Ну что, поехали? Ребята, вот на мне сегодня чища, это футболка с коротким рукавом. Повторяйте за мной. Тишот, это футболка. Тишот, тишот, тишот. Ребята, еще это носят кепку. Кепка по-английски. Кэп. Ну как, Дим, тебе кэп? Я тебе возвращаю. О, ты хочешь носить кэп по блатному? Кэп? Кэп. Cool boy. Кэп? Кэп, кэп. Да. Ну, помимо кепки и футболки, t-shirt, что можно еще одеть летом мальчикам? Неужели мы будем ходить только в джинсах? Нет, шорты. А как по-английски шорты? Шорты по-английски. Shorts. 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 Ну что, Дим, давай повторим твою одежду. Cap. Cap. T-shirt. T-shirt. И shorts. Shorts. Теперь расскажи, что одевают девочки. Легко, Дима. Итак. А девочки любят красоваться и одевать красивые платья. Платье по-английски dress. Dress. Давайте скажем вместе. Dress. Dress. Дим, давай вместе. Dress. 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 Well done. Ну еще мы любим одевать skirt. 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 Ну что, ребят, давайте подведем итог и вспомним все слова, которые мы сегодня смогли выучить. И поехали. Дим. Cap. Cap. Так. Next. Следующее у нас была Димина футболка. No. T-shirt. 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 Увидела футболка. Увидела t-shirt. Next. Следующее слово shorts. Shorts. И значит шорты. Они уйти у меня. Да. А у меня еще все на месте. Итак, skirt, юбка, dress, платье. Еще разок. Skirt, dress. Ребят, на сегодня все. Sure. Мы желаем вам удачи и скоро увидимся. Bye-bye. Bye-bye.